Ну, во-первых, как-то вот в этом году они так получились связанными с пасхальными праздниками. И, на мой взгляд, вот есть Страстная Седмица, предшествующая Пасхе, и Светлая Седмица, последующая Пасхе. Вот в основном православные люди, они вынуждены брать за свой счет, там, вот, пускай, если будет середина Страстной до середины Светлой, с Великого Четверга да, где-то. И когда, так сказать, это у тебя официальные выходные, это как-то оно и вроде как лучше. А потом, не знаете, кажется, тут все не без умысла наше уважаемое правительство все это сделало, поскольку если бы вот в советское время, я же таки его хорошо помню, люди спасались вообще огородами, потому что во времена дефицита, когда кушать-то было нечего, люди жили тем, что у них на огороде растет. И поэтому снималась такая социальная напряженность. Люди могут и с дубьем выйти, и сейчас могут выйти, тем более, что тогда, когда было нельзя, люди в Новочеркасске выходили, а сейчас можно. Вот, и поэтому лучше пускай они с лопатами ходят на свои дачи. И там цветочки выращивают, кто хочет огурцы, помидоры, картошку. Нет, это очень мудро, с одной стороны. Вот. Ну, а с другой стороны, кто хочет работать, работу себе найдет. Понимаете, это как бы, думаю, что как-то дело каждого человека.